Привет, мы на канале «Учимся на 5». Сегодня мы будем работать на странице 38. Тема числа до 20, урок 30. Первый класс, математика, рабочая тетрадь. Мы вычтем 4 треугольника, 5 точек, минус 2 треугольника, 4 точки. Будет равно... Два треугольника, одна точка. То есть получается 4 десятка, 5 единиц, минус 2 десятка. 4 единицы будет 2 десятка, 1 единица. Теперь два треугольника, 6 точек плюс треугольник, 2 точки будет... Три треугольника. Восемь точек. Два десятка. Десятка. Два десятка. Шесть единиц плюс... Один десяток, две единицы, равно три десятка, восемь единиц. Теперь мы сделаем вот этот номер. Мы вот эти 15 единиц пишем графически, то есть получается... Треугольник и 5 точек. 12 будет равно треугольник и 2 точки. 1 треугольник и 8 точек будет 18. 11... Будет один треугольник, одна единица. 16 будет один треугольник, 6 единиц. 1 треугольник, 9 единиц будет 19. 17 будет один треугольник, 7 единиц. Теперь мы составим 4 равенства. 10 плюс 5 равно 15. 5 плюс 10 равно 15. Теперь 15. Пятнадцать минус пять равно 10. И последнее равенство. У нас уже 3 равенства. Мы 15 минус 10 равно 5. Мы составили 4 равенства. Теперь мы подчеркиваем часть и целое. Целое это 15. А часть это... Целое мы обводим, а часть подчеркиваем. И остальные части... 15 это целое, а 10 и 5 это часть. Запиши и дорисуй. Один треугольник, 3 единицы, плюс 3 треугольника, 4 единицы.
равна 4 треугольника. Семь единиц. Теперь мы выражим это в цифрах. Один треугольник равен одному десятку. Три точки трем единицам. Три треугольника равно трем десяткам. Четыре точки равно четыре единицы. Ответ. Четыре треугольника равно четыре десятка, семь точек равно семь единиц. Теперь шесть треугольников плюс девять единиц. Шесть треугольников девять единиц минус пять треугольников шесть единиц. Ответ. Ответ. Один треугольник, три единица. Или один десяток, три единицы. Или один треугольник, три точки. И теперь мы запишем в числах. Шесть треугольников будет равно шесть десятков. Девять треугольников будет равно... Девять точек. Девять единиц. 5 треугольников будет равно 5 десятков. 6 точек будет равно 6 единиц. Ответ. 1 треугольник будет 1 десятку. 3 точки равно 3 единицы. Теперь заполним таблицу, как и тут. 18 равно 1 треугольник 8 точек. Один треугольник 4 точки равно 14. 15 равно 1 треугольник 5 единиц. Один треугольник равен 1 десяткам и 7 точек 7 единиц. 13 будет равно 1 треугольник 3 единицы. 1 треугольник равен 1 десятку и 6 точек 6 единиц. Получается 16. 19 будет 1 треугольник и 9 точек. Теперь мы составим 4 равенства. Первое равенство 10 плюс 8 равно 18. Второе 8 плюс 10 равно 18. 18 минус 8 равно 10. 18 минус 10 равно 8. Теперь мы сделаем номер 3. Мы сначала в этом подчеркнем часть и целое. Части мы подчеркиваем, а целое обводим. Так, 18 это целое, 10 и 8. 10 и 8 это, как мы подчеркиваем. Теперь мы 16 минус 10 будет... 6. 4 плюс 10 будет 14. 15 плюс 3 будет 18.
15 минус 7 будет 12. 2 плюс 14 будет 16. 18 минус 13 будет 5. И сделаем последнее задание со звездочкой. Мы, получается, каждой цифре прибавляем по 2. 10 плюс 2, 3, 5 плюс 3 плюс 2, 5, 5 плюс 2. 7. 7 плюс 2. 7. 7 плюс 2. 7 плюс 7 плюс 2 9. 9 плюс 2 11. 11 плюс 2 13. 13 плюс 2 15. 15 плюс 2 17. 17 плюс 2 19 плюс 2 21. 19 плюс 2 21. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока!